Выслушать, понять и помочь советом и делом. Двери кабинета Валентины Сипиной открыты для всех. Проблемы в семье или плохая успеваемость – для каждого случая она найдет решение. Такова задача социального педагога. На этой должности женщина трудится в лицее номер 10 последние 10 лет. Нередко ее воспитанники – трудные подростки или дети из неблагополучных семей. Самое главное – к ребенку нужно найти подход. К подростку. Значит, за всю свою работу, вот 53 года я в Химках, у меня не было конфликта ни с одним учеником. Потому что я не позволила себе ни разу, никогда сказать, унизить ребенка или грубо разговаривать с родителями. Для своих воспитанников Валентина Сипина не строгий надзиратель, а прежде всего наставник. Со многими сохранила теплые отношения. Федор Анисимов встретился с ней еще в начальной школе из-за драки. Она очень профессиональный человек. По характеру она добрая, но в нужный момент может проявить жесткость. Она мне много в чем помогала, и в поведении помогала, и в учебе. Тогда Валентина Александровна помогла ему, а теперь он ей. Десятиклассник делится с преподавателями техническими знаниями. Теперь 83-летняя учительница активно использует мессенджеры. По собственному признанию, Валентина Сипина в профессию попала случайно. Сначала училась в машиностроительном институте, потом мужа перевели в Тамбов. Из хороших вузов попался именно педагогически. О своем решении не пожалела ни разу. Сегодня Валентину Александровну ученики и коллеги поздравляют с Днем Учителя. Приносят цветы, благодарят искренне. Педагогический стаж более 50 лет. Только по одним наградам уже можно проследить историю самой страны. Самая первая медаль, которая была у меня, это медаль, посвященная столетию со дня рождения Ленина. По тем временам это было хорошее такое поощрение в работе. Я вот у вас еще вижу медаль «Победитель соцсоревнования». Расскажите, что это за соревнование было такое? Ну, это соревнование было между вечерними школами. За 50 лет есть что вспомнить. Преподавание математики и черчения в вечерних школах, переезды по стране. Но самое дорогое – ученики. Валентина Александровна может вспомнить имена почти всех. Уверена, личные и человечные отношения – основа работы. Я вот всегда считала и считаю, что мир спасет доброта. Если человек чувствует твое доброе отношение к себе, то он и реагировать будет по-другому, понимаете? Он тебе ответит тем же. Поэтому вот принципом работы является, и я и учителям говорю, быть добрее. Валентина Александровна уже воспитала несколько поколений. Среди учеников лицея – дети ее воспитанников. Родители помнят, как десятки лет назад она точно так же выговаривала им на переменах за плохое поведение и помогала советом. Добрую память об этом учителе они передали своим детям.